Никифоров Михаил Васильевич, старший сержант, полный кавалер ордена Славы. Участник войны Михаил Васильевич Никифоров – единственный фронтовик в нашем районе, награжденный орденами Славы трех степеней. Родился Михаил Васильевич 12 мая 1918 года в деревне Кудряевка Николаевского района. Призван на фронт 12 июля 1941 года. По окончании войны трудился в колхозе «Путь Ленина» трактористом. Умер 11 марта 1979 года.